Вот я недавно прочитал закон о рекламе. Я постараюсь сделать так, чтобы этот информационный сюжет о деятельности фирмы «Орион» чуть-чуть не попадал под этот замечательный закон. Потому что фирма «Орион» работает для вас. Она действительно снижает цены. И надо понимать, что именно благодаря ей, именно благодаря этой фирме, остальные конкуренты тоже пытаются чуть-чуть и где-то находиться рядышком. Получается у них это или нет? Давайте сегодня зайдем и посмотрим. Ну, во-первых, ни у кого нет такого замечательного компьютерного ролика. Никто не сможет в должном количестве профинансировать работу телевидения. И уж тем более ни у кого не хватит пыла так работать. Кстати, про компьютерную графику. Именно благодаря ей нормальные люди, дяди, тети, а также их малыши приезжают сюда за замечательными подарками. А вот про цены мы спросим у покупателей. Цены в Орионе? Ну, я думаю, что доступны. Доступны, да? Думаю, что доступны. Конкуренты тоже не дремлют. Конкуренты также снижают цены. Но я внимательно сюда приехал, посмотрел. У кого-то больший ассортимент есть. А кто-то пытается снижать цены так, как это делается здесь. Но не у всех получается. Вот. Мы, конечно, ничего вам не хотим объяснить, да? Но понять-то надо, что если вы что-то хотите купить, необходимо приехать сюда, потом съездите в другие места и поймите, где товар дешевле. Но в результате люди приезжают сюда и покупают. И сейчас я вам расскажу о том, где ассортимента очень много и такого ассортимента нет в наличии ни у кого. Вот. А кое-что о другом расскажу. Но самое главное, и почему я взял сюда вот эту штуку. Это, казалось бы, что это такое? Это ружбайка. Вот. Но не такая, какая она нужна. То есть берем так вот и тупо простреливаем конкурентов. Пока еще присматриваюсь, ну, что-нибудь для женского макияжа. Понятно. А, и возникает вопрос, если мы говорим про цены, какие здесь цены? Оптимальные. Оптимальные, да, можно спокойненько заниматься и заводить себе ребенка. Я думаю, что да. А теперь мы вам покажем, чего нет у конкурентов. У конкурентов нету такого количества парт и стульчиков, как есть они в Орионе. Раз, два, три, четыре. Короче, здесь по аж 15 штук. А, конкуренты, как у вас? Внучки. Внучки на 8 марта. На 8 марта, да? А вы где живете? В Абзицком районе, деревне Кушеево. Но понять-то надо, куда вы приехали, да? В город Магнитогорск? Постоянно у вас бываем, постоянный покупатель. Здесь постоянно. Постоянный покупатель, да? Молодцы, спасибо вам большое. Я специально Максиму говорю, вот давай сюда зайдем. Левое получается крыло, и здесь все для девочек. Так вот, такого количества куклов-муклов и всего остального нигде нету, уж поверьте мне. А это 100%. Вот смотрите, любимые наши девочки. Для вас есть одежные бренды в любом месте, где продаются игрушки. А здесь их нет. Здесь ваши куклы и муклы, и пони, и все, что есть, и во всех телевизионных передачах. Почему за моей спиной замечательные кареты с лошадьми и с куклами с Барби? Если вы посмотрите и все это дело соберете, то цена будет очень-очень такая веселенькая, да? В данном конкретном случае я вот одну штуку возьму, потому что Максим, который снимает этот сюжет, и завтра у него 8 марта. Так вот, Максим, для твоей маленькой дочки я хочу взять вот такую куклу. Я так понимаю, что это будет очень классно. Кстати, насчет цен. Есть такое понятие, как корпоративная этика. То есть в типа маркетах должны быть типа цены. Это, естественно, не маркет, да и цен таких нету. Просто посмотрите там, посмотрите тут. А далее ваш выбор. Продолжаем нашу замечательную эпопею, посвященную магазину «Орион». Вот. Во всех замечательных мультипликационных сериалах вам предлагают следующие вещи. Вот такие штучки, которые стреляют пенопластовыми пульками. А вы попробуйте где-то в других местах их найдите. Ну, естественно, здесь они есть в большом количестве. Как и то, из чего люди могут пострелять. Пожалуйста, все сверху. А теперь повернем свой сюжет направо и покажем то, чего нету нигде. Вот. В связи с тем, что скоро наступит замечательное лето, и ваши ребятишки захотят популяться. О! 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 Стрельбище для тех, кто хочет популяться. А вот тут Максим мне вынес мозг.
Оказывается, у кого-то цены на 20 рублей дешевле. Я, конечно, не стал ничего говорить, но показал место, где то, что круто, стоит в 3 раза дороже, а то и в 5. Ну, что вы можете сделать вместе со своим сыном? Сразу говорю, то же самое отдал своему товарищу. Говорю, собери так, как я это делаю. У него не получилось. Вот. И в результате, ребятишки, и мальчишки, и вообще. Я, конечно, понимаю, что есть другие места, да? Но там все не в том количестве. Если вы придете сюда и возьмете что-то с этой стороны, или вот там, попробуйте что-то найти похожее. Нигде не найдете, уж поверьте мне. И понятен результат. Правильные цены вызвали правильное желание что-то купить. Да мы и купили. И радость мальчикам, и обожание девочкам. Но простите, что-то я погорячился. И следующие цены будут ветровки. Конечно, это не май месяц. Я, кстати, хотел бы сюда устроиться, просто топить им печку. Вот. Но это что-то не получается. Так бы здесь было хорошо. Вот. На чем я стою? Я показываю вам радиоуправляемые модельки. Сразу говорю, в других местах этих моделек больше. В некоторых местах моделек примерно в 2 раза больше. Но ценники. Вот. Сейчас ничего не буду говорить, вы сами поймете. Но за ту цену, которую вы там платите, вы здесь можете купить нормальный самокат. Мы его чуть позже вам покажем. А за другую вы можете купить модельки здешние. То есть цена машины всего 1000 рублей. И сейчас немножко я вам расскажу то, чем я занимаюсь. Вот. Я не только счастливый папа. Я еще и сыну клею все эти модельки, представляете, да? То есть он это все дело разбирает, а я все это дело собираю, он разбирает, я собираю, он разбирает, я собираю. Он прекрасно понимает, чем я занимаюсь. Вы это сможете ли сделать? Если нет, то надо подумать, стоит ли брать вам большую модельку, потому что они все равно все сломаются. Будете вы дальше собирать или выкинете? Если выкинете, вы мне скажите, я потом заеду, заберу. Если нету, то проще купить их большое количество прямо здесь. А если не получается, то за оставшуюся сумму берете спокойненько 1000-рублевую нормальную игрушечку. Вот 1 к 18 их тут много. А на оставшуюся сумму покупайте настоящий автомобиль, на котором он реально может ехать. А теперь то, что нужно. Уж поверьте мне, круто, когда ваши перчики рассекают на чужих машинках. Но лучше-то будет, когда на своих, а? А теперь мы поговорим о том, что здесь есть. И этого нету нигде, потому что я посмотрел. Ценники там, извините, на 2-3 тысячи дороже. Теперь что здесь? Вот за моей спиной это вот то, на чем вы можете ездить. На чем может ездить ваш ребенок. И по цене, помнится, мы говорили, цена 6 тысяч рублей. Хорошо, 6 тысяч рублей. Вау! Да я не смотрел. Это замечательная педальная машина. Вот. Причем я говорю, что сын, посмотри внимательно. То есть ваш ребенок будет ездить благодаря педалькам. Педалька крутится, и он едет. Цена вопроса 2670 рублей. Чуть-чуть дальше провернемся. Пожалуйста. Мотоцикл на аккумуляторе 4700. 6-вольтовый мотоцикл 7100 рублей. Замечательный квадроцикл Мальто Элит 3. 7450 рублей. Дорого? Да нет, недорого. Чуть-чуть. Попросим Максима назад сдвинуться, потому что то, что мне нужно. И цена вопроса 5300 рублей. Но чем ли это не ваше счастье, то чуть-чуть другие вещи. Цена вопроса 3500 рублей. 3350. Покупайте. По-другому и не получится. Либо вы где-то будете деньги тратить. Хотя я честно вам говорю, что купив такое, счастье в вашем мире будет гораздо больше. Ну так вот, тема правильная и тема очевидная. Дружить надо с хозяевами слова. А то дельцы-тельцы, заплатив раз, думают, что все может получиться. Нет, не получится. Да, в раз мы понимаем вашу сущность. Но никто не знает то, для чего вы живете. И никто это не поймет. А самое главное, вы можете взлететь без оглядки, но вот только падение будет для вас больнее. А суть Ориона остается. Мы даем радость вашим детям. И вот мы работаем для вас. Это двуединое понятие. Мы работаем для Ориона, а Орион работает для вас. И держит минимальные цены. Сможете ли это делать вы? Ну, это ваше понятие. Сможете ли вы так долго работать, как работает Орион с телевидением? Это тоже. Потому что мы с ним работаем уже 3-й год. И в результате что получается? Мои дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, вы покупаете товары,
вы покупаете игрушки по действительно дешевой цене.